вот это ублюдка, товарищ Матюхин, выбирал, сюда привел в национальный центр. Так стоит, да. Все, я понял вас хорошо. Вот ты посмотри на это чудище. У него даже ни одного знака различия. У него не военная рубашка, у него кофта. Кофта сволочонка, подонка высшей степени. Вот он, мразь, стоит, вот насупил глазки бычьи, надул. Надул глазки, сейчас недовольную физиономию, рожу вонючую показывает мне. Чего он служит-то еще? Чего он служит-то? Почему я должен заниматься вашей мразью? Начальник направления, поднимайтесь. Почему у него еще физиономия не изуродована? Почему у него ухо не отрезано? Почему не хромает этот ублюдок еще до сих пор? Ночью, когда выходит, нападают неизвестные. Случайно нападают. И бьют ему пивной бутылкой по физиономии. И вливают туда еще литр. Зачем он издевается над вами и надо мной в том числе? Кто этому ублюдку дал право это делать? Неужели вам самому приятно рядом сидеть с этим гаденышем? Почему он не убежал же с корабля и не выпрыгнул в открытый океан, как делалось и делается на флоте? Если ты подонок, то тебя коллектив не воспринимает. Он с тобой не разговаривает, он с тобой не общается, он тебя отвергает. Он с тобой рядом не хочет не только что жить, ходить с тобой рядом не хочет. И уже на каждых совещаниях у нас сидит, впитывает. У него жена есть? Родители у вас есть, товарищ мразь? Товарищ Ярошенко, я вот вам объявляю строгий выговор. Есть. Прямо здесь, публично. Можете тоже писать на меня, что нарушаю субординацию. Я вам приказывал, как только такого гаденыша нашли, здесь должны быть родители все, родные, близкие, братья, сестры, бабушки, дедушки, жена, дети. Все должны быть мгновенно у меня. Вы меня не слышите. Еще раз попробуйте сделать не так. Есть, товарищ. Сегодня, чтобы он написал рапорт добровольно. Если отказывается добровольно, связываете его. И его рукой подпишите. Так как я ублюдок, так как я паршивец и т.д. и т.п. Прошу немедленно меня уволить без всяких правил, без всяких норм. И пусть расписывается. Я, чтобы его не видел с завтрашнего дня здесь близко. То вышел товарищ Ярошенко рассказывать, вот там мы отвезли его, и он сейчас в реанимации. Я же вам, товарищ Матюхин, сказал, найти его в реанимации и втолкнуть ему туда разбитую бутылку пива. И все исписать на бомжей. Бомжи при попытке дележа бутылки пива замочили. Я вам не по-русски сказал, что ли? Я вынужден вслух так сказать.